Это парк в центре Люксембурга. Температура где-то минус 3 градуса. Вот такой фонтан. Такая детская площадка, корабль, качели.
Бегемот.
Сейчас зима, но трава зеленая. Немного снега, но это остатки. Это я себе помахала. Написано, что это статуя принцессы Амели.
балкончик. Видно, что замерз. Лед, минусовая температура. Традиционные звуки стройки в Люксембурге. Всегда что-то реконструируют, ремонтируют. Вот сейчас суббота, но все равно что-то там чинят, строят будущее. А это здание, это дом престарелых. Такой флаг Люксембурга.
покажу вид. Красный мост и виден район Киршберг. А здесь это лифт с видом. Как раз пойду сейчас на этот лифт. Панорамный лифт. Вроде так называется. А, он не работает. Maintenance on course.
Вообще, я хотела спуститься на панорамном лифте, но он закрыт, поэтому попробую вот этот путь. Посмотрим, куда ведет. Пока тут ни разу не была. И ведет ли вообще он куда-то. Ja, wir sind gut.